готовы? Когда-то отец давно-давно, где-то еще мне было лет, наверное, 6 или 7, подарил кассет много. Кассет для Видика тогда еще. С мультиками тогда советскими крутыми. Там про капитана Врунгеля, ну погоди. И вот я кайфовал. Гирлянды какие-то украшены, дом. И сюда тоже приезжаешь, чувствуешь это. Ну и, конечно, песня All I Want For Christmas Is You, которую я просто ненавижу. Она отовсюду из любого утюга звучит. Это я чувствую. Это обратная сторона духа Рождества, конечно. Но да, я чувствую. Лучший Новый год, который я встретил. 10 часов вечера зашел в свою комнату, я еще тогда жил с родителями, зашел в свою комнату и уснул. Я был голодный, как пес, и я просто проснулся, все еще спят, а я выспавшийся, это вообще уникальная история была, еще и выспавшийся 1 января, открываешь холодильник, там все практически не тронуто, но главный обжора спал. И, ну, это просто рай. Это просто рай. Восьмирукая богиня Шива, просто 14 видов салатов. Я таким счастливым себя никогда не чувствовал. Я просто проспал Новый год. Это был корабль Бобы Фетта с замороженным Ханом Соло. Либо первый PlayStation. Я, естественно, выбрал первый PlayStation с третьим Текином. Конечно, это был лучший подарок на Новый год, потому как после Сеги, после Сюбера посмотреть на эту графику, поиграть такие игры, это было просто что-то с чем-то. Я как будто окунулся просто в новый мир. Ничего такого интересного нет. Кроме моментов, когда ты можешь переборщить немножечко с алкоголем, и тебя находят в неловкой позе с каким-нибудь пылесосом. Ну, это такое. У меня до сих пор нет елки, и у меня до сих пор миссия купить елку, нарядить ее. Еще надо обвесить дом гирляндами. Короче, еще очень много работы. Я еще ничего не делал. На 1 января, когда ты под елкой находишь подарки в детстве, ярчайшие эмоции. Потом, конечно же, когда ты узнаешь, что это родители, конечно, это не так, но все равно вот это вот чувство того, что действительно Дед Мороз прилетел ночью и принес подарки, это что-то с чем-то. Самое обидное было, это то, что ты 31 вечера, в принципе, ничего там, ну, не празднуешь, ну как, нормально. Потому что тебе там в 7 утра нужно быть на работе. Мы 1 числа утром приехали на работу, а там никого. Просто никого. В итоге мы даже не попали в здание, в студию, никуда не попали. Мы пошли в кафе там рядышком, попили чай. Нас там узнали, накормили, напоили. Было, что я вместо празднования сидел в третьем Варкрафте. Это на Новый год забирал девушку, которая, скажем так, довольно буйно себя вела в ночном клубе, и когда я приехал, сказали, что она танцевала голой. Это было неожиданно, скажем так. Вот. Но и для кого-то, возможно, это и было поздравление, но точно не для меня, поэтому... Но эмоции были яркие в любом случае. А я первый плохо помню, если честно. Я две карты первые откомментил и поехал отмечать день рождения. Я на самом деле посмотрел там парочку записей, но пока антимаг как-то... Рулит, да? Что ли? Ну, мы вместе комментили, поэтому... Что выделить? В принципе, команда Empire Hope порадовали. То есть они первый день хорошо сыграли, и во второй, ну и уверенно заняли первое место в группе. Gambit eSports, наверное, пока что разочаровали. Я надеюсь, ребята еще смогут в плей-оффе свою игру показать. Наверное, победа Empire Fate над Gambit eSports. И какой бы фразой ты зафиналил второй день? I'm feeling thank you. Thank you.